приветствует вас на продолжение летнего первенства Москвы по полустанию команды клубной линии. На поле команды «Локомотив» первого и ЦСКА 2009 года рождения. Прослушайте, пожалуйста, составы играющих команд. Наши гости ЦСКА – Волки Белые. Номер 35 – Егор Орлов. 5 – Семен Герасимов. 3 – Максим Карпов. 4 – Александр Туманов. 8 – Максим Бахметьев. 6 – Даниил Кудомолян. 10 – Георгий Собакин. 2 – Эдар Кипов. 11 – Артем Романов. 9 – Михаил Грачев. 7 – Денис Сухаров. Хозяева «Локомотив» первого – «Волки Зеленые». Номер 16 – Лев Кобрянко. 20 – Никита Гибнев. 3 – Михаил Канадчик. 2 – Егор Новиков. 22 – Никита Чижин. 24 – Виктор Комарков. 17 – Арсений Костеров. 11 – Никита Бакрин. 19 – Лехат Сергагалиев. 18 – Роман Тимошенко. 9 – Артем Ломовиц. Судейская бригада. Главный судья Перепелов Александр, помощник судьи Богданович Максим, Соболев Максим. Инспектор матча Батраков Владимир. Yeah!
Yeah.
Ой,
Thank you.
Thank you.